Тимуровец – понятие из советских времен, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки. Времена пионеров давно прошли, однако помогать нуждающимся юные добровольцы продолжают и сейчас. Пример тому – ученики 5-го Б-класса 1-й Ульяновской гимназии. Они – большой дружный отряд тимуровцев нашего времени. Ребята помогают коммунальным службам убирать город от мусора, сажают деревья и навещают ветеранов войны. Сейчас школьники готовят посылки для детей в Сирию. На каждом этапе они принимают как возможность активное участие вместе, не только сами по себе, конечно, во главе с классным руководителем. У нас это Татьяна Борисовна Савицкая, классный руководитель 5-го Б-класса. И, конечно же, родители. Вот эта активная работа детей, родителей, классного руководителя, она дает благотворные плоды. Поэтому они в конкурсах занимают у нас практически везде первые места. Благотворительные акции тимуровцы и их родители привлекли сотрудников региональной службы МЧС. Спасатели организуют транспортировку собранных вещей, чтобы каждая посылка нашла своего адресата. Они вкладывали свою душу. Не просто так. Не потому, что мы их попросили. Они могли бы этого и не делать. Но они это сделали от души. Очень приятно, что дома родители поговорили с детьми, объяснили. Видимо, что-то еще и показали, видимо, какие-то видеоматериалы, потому что я сегодня пришла, они взахлеб рассказывают о том, что такое Сирия, что там происходит, какие печальные события, как тяжело там детям. 34 ребенка, и на такое количество обучаются в классе, как единый организм, складывают в коробки конфеты, игрушки, одежду. Вместе рисуют картинки, пишут пожелания своим сверстникам даже на арабском языке. Некоторые ребята отправят в посылки свои самые ценные личные вещи. Ничего не жалко. Главное – счастливить другого и сделать мир чуточку добрее. Добро для меня – это значит... Значит, как бы сострадание, все, что хорошее есть в душе, все, что хорошее в мире, это добро. А если ты даже дал, не знаю, копеечку какому-нибудь бездомному, это тоже добро. И, как говорится, добро всегда побеждает зло. Добро – это положительные, хорошие, полезные дела. Мы все должны помогать другим людям, и все должны быть чуточку добрее. Добро вообще нужно делать безвозмездно, что не ждать, что тебе сделают что-то взамен. Добро, я думаю, это когда что-то делают просто так, ни за что. Значит, нужно помогать людям, и даже если вот есть какой-то очень злой человек, который ненавидит просто всех, ты ему просто сделал добро, и ты не ждешь от него спасибо, но потом это спасибо к тебе все равно вернется. Помочь кому-нибудь встать, там, если он случайно подскользнулся там, и может помочь кому-нибудь деньгами, если у него какие-нибудь проблемы. То есть добро это означает, чтобы делать люди счастливыми. Делать что-то хорошее. Абсолютно, то есть безвозмездно, то есть не нужно ничего за это ждать. Ну, то есть делать что-то хорошее не для того, чтобы тебе потом что-то дали в ответ или сказали спасибо, а просто для того, чтобы на душе появилось теплое чувство. Сегодня тимуровцы сформировали больше 10 посылок. Часть из них уже находится в пути. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды. Мы идем!